Итак, мы возвращаемся в нашу студию, где подходит к концу сеанс по изменению очаровательной Наташи вот ее образа, который она стремилась сделать лучше. Вот во Францию повезет новую моду. Нет, французскую моду привезем сюда, а израильскую. Вот уже сейчас она увидит себя, оценит и расскажет вам про свои ощущения, эмоции. Ну и вы посмотрите сами. Итак, поднимаемся тихонечко. Голова не кружится. Зеркало создал. Да, подтянулось лицо. Расправились морщины, лоб очень хорошо. Улучшились. Здесь были гусиные лапки больше, чем здесь. Они улучшились, уменьшились намного. Под глазами расправилась, но уже стало лицо. Довольно. Очень, да, шикарно. Спасибо огромное. Ну вот, пожалуйста, да, так сказать. Все, вот посмотрите, да, внимательно, можно поближе, можно, так сказать, увидеть изменения до и после. Молодела на несколько лет. Все на ваших глазах, да. Как говорится, до новых встреч. Волшебник. Катя.